Здорово, ребят, сегодня мы делаем реакцию. Спросишь, Реакцию как на какую-то хуету, где стоит шмот. Здорово, как погнали. Сделать став, чтоб текла твоя пуси. Я скажу так, ты мудак. Это понятно. Ровно ни на что не повлияет в твоей жизни вообще. Минуточку, понятно. Вы меня извините, а с какой стати у меня должен быть... Может, мы тогда с тобой засосем, сэр? Всем привет! Меня зовут Саша Великолепный, а это проект Дымоход. Помимо шмота, у нас есть каналы «Сколько стоит хата», «Сколько стоит тачка» и самое откровенное шоу на Ютубе «Мальчишник». Все ссылочки в описании. А меня зовут Заводной Макс. Обязательно досматривай это видео, ведь в конце ролика тебя ждет розыгрыш 10 тысяч рублей. Погнали! Здорово, как зовут? Салют, Давид. Yeah. Давид, рассказывай, что за шмот на у тебя такой модный? Йоу, Форс первые, 8 тысяч кроссовки, 23 штаны, куртка North Face, 20-ка, толстовка All-Fi, 25 запястья, Louis Vuitton. Запястья, так. Цепура фирменная с гориллой, 30. 300 тысяч? Да. Это что, брюлики? Брюлики. Настоящие. Ты вообще чем занимаешься? Я рэпер, с 14 лет читаю, мне сейчас 16. С 14 лет? Да. Слушай, у нас столько рэперов уже было, но как им скажешь, давай зачитай, они скажут, не, давай трек включи мой. Это что-то не то, дай-ка. На ногах только лишь Nike, любимые тапки, форс, точно услышишь, кэш в моем голосе, прошу дерьмо, теперь белые полосы, я качаю пресс, а не падает мой торс, да, дрем гений, как будто бы Моцарт, черт тебя, ведь ты пользу, задаешь много вопросов, тебе найдут лишь в озере, бич! Йоу! Ио, слушай, ну нормально раскачал для 16 лет, нормально жжет. Ты, кстати, Лио или кто? Как у тебя никнейм твой? Не, я Дрэм. Сегодня, кстати, этот трек уже на Ютубе появился. Можете зайти ко мне в инсту, и там все найдете. Трек на всех площадках, все с кайфом. Как тебе вообще жизнь докатила до такого, что ты в 16 лет уже рэпер? Йо, ну мне папа с самого детства включал вся 50 Cent и всех западных чувачков. Ну и к 14 лет я уже понял, что... Типа, я настолько люблю музыку, что уже готов начинать читать. Отдуплись. Блять, я в 16 лет, я не зарабатывал деньги. Где у тебя бабки на клипы? Ну, с самого начала мне помогали сильно родители. Но сейчас я уже вот где-то полгода имею нормальный заработок с площадок. Вот и первое, что я купил. Моргенштерна, трек совместный с Лил Пампом. И вышел у Кизарыча целый альбом. Ой, кто для тебя круче, Морген или Кизар? Да ты иди отсюда нахуй! Для меня круче Кизар, потому что он двигает нашу индустрию. Типа там биты, там фиты с большими артистами. Взять того же, ну, Моргена тоже, типа западный большой артист. Но этот чувак уже типа затух, его уже сейчас в Америке даже никто не слушает. А давай топ-3 лучших рэпера России прямо сейчас. Ну, я думаю, Сими, Lil Drag Hill и какой-нибудь Фреско. Ребят, ставьте лайк под этим роликом, если никого из этих чуваков не знаете, блядь, так же, как и я. Вы, наверное, уже в курсе о наших друзьях из Not Saints Community. Но для тех, кто еще не слышал, они уже на протяжении 5 лет занимаются самой качественной палью, которую не могут отличить даже консультанты бутиков и лигит-чекеры. Попробуйте сравнить и понять, где оригинал, а где наша копия. И как я пойму? Помимо этого, они научат вас зарабатывать на перепродаже этих шмоток или открыть свой магаз без вложений, и вам больше не придется работать вместе с Нот. Ой-ой. Весь ЦУМ скупил? А, нет. Пакет огромный, ты такой же не видел никогда. Зачем он тебе? А, я работаю младшим помощником стилиста в журнале Vogue, и мы относим вещи, закупаем их и отдаем обратно. Поэтому я с такими пакетиками. А, ты закупщик, получается? Да. Так, и куришь много, прожег себе. Вот сними, смотри. Ну ты посмотри, человек... Это... этот... кастом, вообще-то. А, это кастом. Ну расскажи давай про свой шмот. Сколько тебе лет, во-первых? 19. Шуба с Асиса, 12 тысяч. Потом кофта. Можешь распахнуть пока, что там? Naked all the time. Типа, все время голый? Да. Ты часто голым ходишь? Здравия. Ну да. Здравия. Это кофта, я не знаю, сколько стоит точно, около 5. Уфу. Вот штанишки. Вот, они обрезаны. Покупались они в Гуанчжоу. Ну, рублей, не знаю, 500, наверное, пусть будет. И заебанные в пизду рваные кроссовки. Это, походу, да? Nike M2K Techno.
Я не помню. Не знаю, не важно, я знаю, не 1700. Я бомжа спиздил вчера. Зрение. Вот. И so... Блять, какой невкусный энергетик. А что еще? А что у тебя еще есть? Сумка есть прозрачная. А, да, это Hide and Seek, стоит 2000. Почему ты сказал, что это Hide and Seek? А, это бренд такой? Ну да. А, я думал, я просто думал, ну типа, по-английски же прятки, да, вроде бы? Ну. Зашаришь English? Немножко. Нет. Как переводится Hide and Seek? Ты дурак? Ну, слушай, прятки, наверное. Хорош. А ты быстро учишься? Нет. Настроение? Дабл. Да, блядь, у него все рваные. Ты что, дырявые штанишки китайские? Да. А не за Купер. Она такая, она же дырявенькая была. Ну и попа 500 рублей. Ой. Попа дырявая. Ну, как видишь, глаза у меня целые. То, чем ты занимаешься, тебе приносят какие-то деньги? Нет. Какие непонятные разговоры. А на что ты живешь? Ну, я живу на другие деньги. Ну, ты еще молодой, у тебя впереди вся карьера. Ну. Все сбудется. Хуи загнули. BTS. BTS. Реагируют, вот, например, на цепь твою в ухе, чем? На сережку в носу. А, это еще нормально. Обычно у меня члены висят вот так вот. Я сам члены? Делаю. Да, делаю сережки, зубные щетки в виде членов. Получается, если зубная щетка в виде члена, то когда ты чистишь зубы, ты... берешь зайчику каждый день с утра пораньше. Понятно. Очень интересная история. Есть люди, которые это покупают. Да, есть. Любовь свою ищешь? Понятно. Нет. Расходимся. Деньги. Только деньги? Да. Осуждайте. Ну, деньги. BTS, а если тебе встретится человек, типа... который будет тебя безумно любить, но будет в Макдональдсе администратором работать? Деньги. Будешь продолжать поиск? Да, деньги. Да, блядь, ну типа... Минуточку, вы меня извините, а с какой стати у меня должен быть этот администратор? А почему он должен быть мальчиком? Я, что-то... Я не говорил. А кто говорил? А кто говорил? Администратор Макдональдса. Администратор. А что, женщина не может быть администратором? Она что, должна быть администраторка? А, ой. Администраторка. Ой, как меня бесит это блядское разделение слов. Гусь. Слушай, ну хорошо. Нет, ну ты девушку ищешь или парня? Парня. Парня, да? А если это будет старый, обрюзгший мужик, но с огромным состоянием? И говорит, соси мне, малой! Нет. Как нет, он говорит, слушай, ты откажешь ему, он тебя нахер пнет и следующего молоденького себе возьмет. Ну нет, не возьмет. Не возьмет, ты что, это неправда. Ну это сосущего. Понятно. Ну, слушай, пол Москвы живут на каком-нибудь эскорте, на какой-нибудь хуйне, типа, и дохуя кого, кто кому сосет. Привет, как зовут? Вика Крам. Вика, ну рассказывай, что за модные сапожки? Понятно. Это Zara, 5000 рублей, кальсончики. Похоже на эти военные сапоги, блядь. Атава. Ну, это свитерочек, российский бренд тоже Латрика. Сколько кальсон и сколько кальсон, джемпер? Это 300, джемпер что-то где-то 10. Пальтишко у меня винтажное, с какого-то мужика, My Trendy Grandma, 7-7,5. Митинги. Митинги? Митинги. Ну, скажем сразу, если что, мы не поддерживаем. Так, дальше. 900 рублей. Сумка, тоже российский бренд, фетиш. 1030. Фетиш, шапочка 1500. Все, что смогли придумать в России, это фетиш, нахуй, да, ребят? Ну, вы поняли, Тава. Блядь. Очки вижу, брендовые. Фетиш, я его, блядь. Очки, да. Гуччи? Не помню, сколько стоит, 1025. Мы не могли с тобой нигде видеться. Может быть, с утра на кухне? Может, мы тогда с тобой засосем, сэр? Воу! Жестко. Купились? Это ладно, это Вика, это моя жена. Ну, я не только жена, но и профессиональный стилист и имиджмейкер, так сказать, врач модной индустрии. Вот, давай. Они живут вместе, им похуй. Давайте проверим, есть ли у вас модные болезни. Я буду говорить всего три, а вы загибаете пальцы. Давай, я тоже буду загибать, если у меня есть. Давай. Давай. Вы покупаете вещи, а потом их не носите. Вы не знаете, что вообще подбирать. И вы думаете, что одеваться модно и стильно — это дорого. Слушай, даже я два пальца загнул.
Ну, ты и так безнадежен. А для подписчиков Дымохода и всех девчонок я подготовила офигенный гайд по трендам. У меня нет этого говна. Этой осенью и зимы. 260 страниц просто офигенной полезной информации. А, да? Так что пишите Вике в директ «Хочу гайд» и специально только для подписчиц канала Дымоход Вика отдаст гайд всего за 500 рублей с 50% скидкой. Как говорится, 500 рублей сумма небольшая, а пользы на миллион. Ну и вообще, в принципе, подписывайтесь на Викин инстаграм, потому что там куча полезной информации про моду и стиль. Здорово, как зовут тебя? Здорово, Евгений. Евгений, сколько годиков? 36, взросленький совсем. Совсем взрослый. Ебать дед, нахуй. Пенсия уже. Вот, решил приехать отовариться по пенсионному. Пенсию перечислили, приехал отовариться в ЦУМе, собственно. Нормальная тема. Расскажи, что завещено тебе и что прикупил. Умираю. Ухан Питурей, ну, 1030 примерно. Вот, значит, Свит Сен, ну, Сен-Лоран, то есть как бы джинсы тоже Сен-Лоран, ну, примерно 30-30. Блять, обычные бомжатские джинсы. Валентина в Риме. Полторашка, нахуй. 500 евро, по-моему. Часы, часы. Кроссовки уебищные. Панорай. Панорай. 400. Что-то ты, смотрю, крупное прикупил сегодня. Ну, да. Писюнов. Купили пацан Гуччи, короче, за 207 тысяч. Смотрели его на Фарфетче. На Фарфетче не было. Ну, собственно, купили здесь. Пришлось в России. Да, да. Все в Россию, все в экономику. Путину привет. Получается, у тебя тут как полстоимости часов. Да, я, собственно, девушке своей предлагал вместо пухана купить часы, но она отказалась и решила купить пухан. Ну, от часов какая польза? Время только посмотреть, а пухан тебя будет зимой холодной греть. Ну да, 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 согласен с тобой, согласен, да. А тут что? А тут кеды примятики, тоже на зиму, меховые, 31 тысяча. Что тебе позволяет-то все это покупать? Ставки на спорт. Я работаю, стараюсь, периодически подтаксовываю по выходным, у меня, собственно, есть машина в кредит. Вот. Ну, поэтому, да, зарабатываю. И тебе хватает дохода с этой деятельности, чтобы пуханы по 200 тысяч покупать? Нет, я еще периодически делаю ставки на футбол. А, сука! Вот, а! Футбол. Ставь. Сериал «Гумезин», если кто не узнал. Привет. Это же, блядь, это же просто... Это же просто, блядь. Вы так не делаете, я так я могу только делать. Это же твой «Шевроле Камаро», полностью пересобранный, 74-го года? Да. Нет. Мы даже не скажем, сколько он стоит, он там пиздец. Но все это можно увидеть будет на моем канале «Заводной Макс», сколько стоит тачка, по свайпу, не по свайпу, ссылка в описании. Рассказывай. Ссылкой. Вижу Balenciaga треки у тебя. Ты все правильно видишь? Ты говоришь так, как Йода заговорил. Вижу Balenciaga треки у тебя. Так, ну красивые, сколько такие? 1060? Я не знаю, сколько они стоят. Брюки Asos. Ну, 1002, наверное. Куртка, что это? Куртка Asos. Он тоже недорог, 1000, наверное, 6-7. Я думаю, даже поменьше, может быть, 5. А цацки у тебя? Цацочки, да. Цацочки серебро. Я думаю, что это стоит 1008. Нет, точно 1008. А, ну это недорого. Да. Что у тебя еще есть? Из цепей, колец там? Ремень. Asos. Нет. Ремень, знаете что? Ремень... Господи, Бат Нортон. А, есть бренд. Такой, да. Ну, 1003, наверное. Думаю, даже поменьше. Футболка вся заляпанная, белая. Asos. Цаточки. Это бренд Fatality российский. Вот поддерживаю их. Fatality, блядь. Они мне подарили. Это хирургическая сталь. Стоит дешево. Выглядит прикольно. Это делал мой брат. Это из серебра и золота. Это дизель. Да. Сколько из серебра и золота такое, как думаешь, стоит? Я не знаю. Мама нашла дома все монеты. Переплавила. Золотые и серебряные. И на 30 лет. То есть, сколько граммов это? Я не знаю. Ну окей, хорошо. Я не знаю, ни черта вообще. Вы нашли с кем делать это шоу? Я ни хера не знаю. Часы подарены мне компанией Casio. Спасибо им большое. У меня весь модельный ряд Casio есть вообще. Хожу, радуюсь. Очень нравится. И кольцо Tiffany. Как ни странно. Ты у нас, получается, да, ага. Еще же один из немногих в этом мире, кто был у самого Юрки Дудя. Так я и есть Дудь. Я просто умею делать так лицо, что оно не похоже на меня. Я сам у себя взял интервью там в один момент. Ты бы хотел к Дудю попасть? Ну, я пока считаю, что я не заслужил, но рано или поздно... Блин, да не заслуженно, да лучше всего! Приветствую вас! А, типа не заслуженно? Да, почему нет? Он тебе звонит, я хочу взять интервью у кого-нибудь, кто этого не заслуживает. У Заводного Макса, я подумал, например. А тебе? Что сделаешь? Приду, конечно. Я вообще сказал, просто приди и получи удовольствие. Это ровно ни на что не повлияет в твоей жизни вообще.
Ну, у тебя подписчики охуенно увеличились? Ничего не поменял, вообще ничего не изменилось. Ну, вот смотри. Единственное, что время от времени говорят, ты там у Дудя вроде был, а все. Смотри, Леха Щербаков был, сказал про то, что, говорит, я люблю свою жену, все дела. И, блядь, все паблики его расфорсили. Подписчиков увеличилось на несколько сот тысяч. Это не из-за Дудя, это из-за шоу «Что было дальше», явно. Ну, из-за Дудя тоже. Да, хорошо. Ну, так, блин. Понятно. Ну, я уже не верну. Понимаешь, я не могу сказать, что я люблю жену Щербакову. Уже не получится. А что так хуёво? А так бы сказал, прикинь? Ебался? Я очень люблю жену Лёхи Щербакова. Вот это было бы интересно. Все паблики бы, да, распортили. Все подписались бы, Леха бы подписался. Ну вот смотри, закончим финальным вопросом. Путин, красавчик. Ребят, это кто? Это кто? Это мы. Это кто? С самкой манекен. Два главных хитмейкера этого года. Зубы 1 000 000 рублей, потом куртка обычная какая-то 11 000 рублей, потом футболка. Пацаны, пошлите выбьем ему зубы нахуй. Мне бы не помешал 1 000 000. Пошлите выбьем ему зубы. Керм Престон, сколько она стоила? 1020, по-моему, 30. Штаны No Name 5000. Кроссовки Palm Angels 45, по-моему. И сегодня купил еще Balenciaga кроссовки. Че, сколько вообще потратил в магазе? Ну, Даша купила очки за 50 000, по-моему, или за сколько, Gucci. Balenciaga кроссовки за 67, по-моему. И Даша еще худи оффлайт подарил. У тебя цепь не брюлики это? Не, обычная фианит, бичарская за 2000. А очки Balenciaga 36 000. Ну давай, что у тебя? Я на скромном, мне подарили вот такую сумочку, я не знаю, сколько она стоит. Это Луи? Нет, это подвеска Луи Витон, она стоит 30 000, я ее давно покупала. Джорданы 6 000, штаны No Name тоже подарили, куртка Burberry 80 и Off-White кофточка тоже, не помню, в Киеве покупала, сколько она там, 1030 может стоить. Да. Дашка я сегодня на лайте. Да, как без этого? Ну тоже где-то 15-ка, 20 где-то так. Но у вас все серьезно, у вас прям любовь, отношения. Ну да. Женаты уже как полгода. Женаты? Как полгода уже. Почему я про это не знал? Слушай, так мы, по-моему, у тебя еще тогда не были полгода назад. Мы еще не женаты тогда, по-моему, были. Серьезно? Мы официально прям поженись полгода назад где-то только. Так, я ничего про вашу свадьбу не слышал. А это такая... Потому что они никому нахуй не нужны, ой. Это так между нами только, мы не хотим... Да. Мы не устраивали так особо. Мальчик просто, мой, как бы, которого режим, пойдешь а играть в Майнкрафт? Ну смотри, была же такая тема с вашим сливом, правильно я понимаю? Вот давай, я из первых уст спрошу, я не разбирался в теме. Вы это сами сделали нарочно или это типа чисто так как-то получилось? Как это произошло? Давай так скажем, мы приложили к этому свою руку, и не только руку, еще и Олега член. Ну, короче, мы в этом замешаны, да, в сливе мы замешаны, напрямую, можно так сказать. Ну вот смотри, кто конкретно это сделал, сказать не могу, но мы замешаны в том, чтобы... Ну вот смотри, есть Ник, что у нас за камерой снимает, он когда посмотрел слив, он говорит, как-то, говорит, Олег, это слишком ванильный. Где вот это все было? Будет, будет. Мы просто же все не выкладывали, мы все сразу же карты не стали раскрывать. Самую главную карту-то не стали раскрывать до конца. Так что в следующем сливе будет. Ждите следующий слив. Серьезно, будет? А, да? Да, да мы подумали, мы с Дашей пиздатые, почему бы нам раз в год свое порно не выпускать? Мы пиздатые, почему бы нет? Слушай, ну сейчас такая тема, да, вот Cardi B, там, сиська, Тайга, члену выложил, потом... Айза, письку свою. Айза, я тебя люблю. Айза письку показала, потом руки-базуки... Ну, мы начали первое. Руки-базуки начал в порно сниматься у себя там в Телеграме. Ну, это другое, нас не надо сравнивать. Ну, тоже мы-то это искусство, наше порно это искусство. Ну, естественно, блядь, что вы делаете, то искусство, что остальные делают, то хуйня. Вы просто посмотрите на этого искусство мейкера, блядь, кто там нахуй. Великий искусствовед, блядь. Наше порно красивое, мы красивые, так что не грех уж и залить, да? Как говорится, показать. Да и все вообще, любой может это делать, все красивые по-своему. Что? Вот эта волна, которая была хейта в вашу сторону, она после этого разоблачения закончилась, сейчас хуёвая все заебись. Мы сколько хитов написали, мы же с Дашей, я начал сколько? Писать ноль? Треки, начал ей продюсировать клипы, мы сняли за этот год 7 клипов, написали 6 хитов, которые... Вот сейчас трек факт, 13 место, факт. Ну давай, бетон. Ну и давай что-нибудь прям. 13 место чего, блядь? Песню, она мне уж понравилась, давай, в этот раз. Ты спросишь, как делать став, чтоб текла твоя пусси. Я скажу так, ты мудак. А теперь давайте подведем итоги предыдущего розыгрыша. Кроссовки. Ребят, давайте нахуй на этом закончим наш обзор. Мы поняли, что инстасамка ЧСВ, ее парень ЧСВ,
Вот, сами слили про себя порнуху. Нахуй их. Все, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.